Доброе утро. У нас завтрак. У Григория яичница. А я доедаю пловик, который дети вчера не доели. Опять сообщения в WhatsApp из садика приходят. Все наши поехали уже в детский сад и на работу, а мы завтракаем. А у нас сегодня дождь. Посмотрите, как круто капельки висят. Я, к сожалению, на фото, на телефоне не могу это все приблизить, но это вообще обалденно смотрится. Так, учим уроки, потому что сегодня в школу, но мы на самом деле ничего не задавали. Кто это сделал? Ну, это точно не я, сынок. Так, давай писать. Что за... Гриша здесь задала по-русскому повторить правила и переписывание, списывание контрольные. Так, наведи сначала порядок на столе, слышишь это меня? Нормально. Нет, Гриш, не все нормально. Все хорошо. Гриш, ты слышишь меня? Навести порядок, я сейчас приду, проверю. Вот все. Твоя подставка. Сверху. Что сегодня за погода? А сегодня был дождь. Да нет, капает все равно. Угу. А сегодня петрушка. В общем, сегодня рабочий день. Так, у меня тут хребетик от утки готовится, варится. Горох я замочила, и будет сегодня гороховый суп. Так, ну что, супчик мой готовится. Процедила я бульон уже в другую кастрюльку, добавила сюда горох, и он вот так кипит потихонечку. Посолила уже, поперчила. Не знаю, сколько он будет вариться, все зависит от того, у меня он не очень долго замачивался. В общем, чем дольше замачивается, тем быстрее варится. И добавляю по чуть-чуть холодной воды. Я не помню, я это сказала или нет. Ну, в общем, как только вот сейчас вот нужно влить немножечко холодной водички, чтобы кипение прекратилось. И потом опять, когда закипит, в общем, буквально там по пол чашечки. Это покажи, какая редиска. Это в Чернобыле мы вырастили. Да, ну, по чернобыльским технологиям. Да. Нет, это же красный великан. Нет, это знаешь, как садишь, чтобы она такую тянулась? Я тебе расскажу. Вокруг заливают бетон. Чтоб она не вширь, а в длине росла. Попробуй вино. У Григория что-то с зарядкой телефона, не знаю. Короче, мы ее даже выкинули. Она не заряжает. Ну, моя зарядка все нормально заряжает. Я уже думала, что это что-то с телефоном. Но нет, это с зарядкой. За Дом культуры. Так Гриша сфоткал и обработал. Типа нарисовано. Так, физкультурная форма. Сегодня физкультура. Григорий. По телевизору сказали, я ж мать. Что-то знакомое, я ж мать. Да? Да, что-то знакомое. Не замечаешь? Где-то ты это слышал, да? Или где-то написано было. Да. Ты готов? Я тебе положила там 100 рублей же на телефон. Ты взял телефон? Папа тебе дал? А что ж, ты мне... Ну, на телефон, да. Зачем? Ну, я не знаю, зачем там людям нужны деньги на телефоне. Это как-то в этом фиг, да, буду платить, да? Да, с твоим телефоном только платить. Тебе что, шапку помочь найти? Где папка? Ой, папка, шапка. Честная. А, все, Григорий, счастливо тебе сегодня. У меня там 4 последняя... медали, если что. Последняя, говорю, первый день второй четверти. Сменку. Гришенька, давай, уже тебя... Первая, вторая. Это же короткая четверть, да, Башка? А? Это же короткая четверть. Конечно, потому что... Я пошел. Все, счастливо, сыночек. Быстрее ждать это другой четверти, чтоб мама Майнкрафт установила. Да уж. Ой, Марсик. Теперь можно и полежать, да? Че? Ну, после того, как мясо сожрал. Да? Или после того, как мясо сожрал. Да не успел. Не дали даже пожрать. Интересно, да? Капсулы сейчас вскрывают. В 67-м году, которые заложили. Класс, да? Руку духовную
У нас-то в школе тоже такое было, но мы не знаем, где эта капсула, интересно. Школьная, после ремонта ее замуровали. А была в 2017 году, да, ее вскрыть? Я помню, всегда хотелось там полазить, но... В общем, я лежу, у меня болит голова. Я обычно как привыкла, что когда у меня болит голова, то нужно лечь поспать. Вот тогда она точно пройдет. Но сейчас сама не знаю. Скорее всего, пойду выпью цитрамон, не буду ждать, пока она пройдет сама. Не знаю, от чего она вообще болит, от перемены погоды или от чего-то еще, но болит. Так что, наверное, сейчас пойду два сразу цитрамона выпью. И пойду что-то делать. Мне там стало, кстати, знаете, когда есть, ну, как бы время, то есть, когда я дома, кажется, что все, бери, все делай. Но почему-то очень редко что-то, ну, вернее, я что-то делаю, естественно, но вот все, чего я хотела бы сделать, я не делаю. Я стала просто это записывать. Вот то, что я хочу сделать, хотя бы по 3 дела в день записывать. И тогда я о них точно помню, знаю, что именно эти дела нужно сделать. Если я не записала, то я это не сделаю. Сделаю там, ну, уберусь там поверхностно, все, но какие-то такие дела, которые не лежат на поверхности, я их не буду делать. Потому что есть интернет, и он меня отвлекает. Вот так вот. Так что пошла пить цитрамон. Еще, наверное, немного полежу, пока голова пройдет, и пойду делать дела. Кстати, когда снимаю на телефон, теперь даже не знаю, куда смотреть. И на себя, потому что здесь вот оно, вот тогда вот малюсенькая дырочка. В общем, короче, странно все это. Афонь, ты любишь брата? Да. Брат со школы пришел? Да. А ты откуда пришел? Мам, а тут как? А он с кухни пришел. Да? Расскажи, что у мамы голова болит. Афонь, ну что ты кривляешься? Лучше расскажи, как было в садике, хорошо? Афонь, ну расскажи. Как хорошо? Как там Наталья Анатольевна? А Майя Андреевна? Афонь, ты сейчас будешь кривляться, сейчас все выключу. Не умеешь хорошо разговаривать? Все, выключаем. Тогда разговаривай, сядь и хорошо расскажи, нет, что давали кушать. Нет. Что ты тут делаешь? Что здесь Афонька играет? Это дом. Пока мама лежит, ждет, пока тут подействуют таблеточки. Мама оболела. Голова заболела, правильно. А ты откуда все знаешь? Откуда? Да? Так, меня тут ждет сейчас 2 пучка укропа. Это уже последний укроп, который в этом году у нас. Ну, может быть, там еще немножко пощипаем. В общем, это все сейчас будет на заморозку, все помыто, сохнет, чтобы все заморозить. Ну, как вам апельсинчики? Холодненькие, да, наверное? Холодненькие. Ну, подожди, пока нагреются. Они же с холодильника. Где? Антоша, задали стишок выучить, да? Задали. Ну, не задали, в общем. Просто дали стишок. Да, тебе не дали? Да, это один мы потеряли, но его опять написали, да? Это на праздник мамы. Ну что, все пошли спать. Я сейчас тоже иду, уже 11 часов. Смотрели опять Троцкого. Если честно, я засыпаю, не могу. Голова прошла практически сразу, может быть, там через полчаса после того, как я выпила таблетку, и все, мы тут играли. Я помыла посуду и ждали Троцкого. Вот, не знаю, люблю исторические фильмы. Естественно, там есть не просто мало, а достаточно художественный. Всего художественного обрамления, но очень интересно на самом деле. То есть смысл и суть, я думаю, что осталось той же. Так что смотрим. И по второй там как раз демон революции именно про Ленина. В общем, я люблю историю. Но пока смотрим только Троцкого. Думаю, что демона революции посмотрим потом где-нибудь в записи. А
сейчас спать. Всем спокойной ночи. Всем до завтра. Завтра мы не вяжем. Завтра будем заниматься домашними делами. Так что опять тебе нужно написать маленький списочек, хотя бы из дел 5, которые нужно делать за 15 минут. Вот у меня это основное — это вытирать пыль. Мне кажется, круто, если вытирать пыль каждый день по 15 минут, то это пипец как чисто будет. Вот. И завтра укроп еще порежу. Сегодня его не порезала. Думаю, что с ним за ночь ничего не случится. Все, всем до завтра. Пока!